Интересно, много ли среди наших зрителей тех, кто хоть раз задумывался о том, чтобы переехать в деревню, купить дом, завести хозяйство и жить в тишине и спокойствии? Конечно, в наших мечтах все хорошо, но в реальности может быть не так, и Канада тут не исключение. В этом видео я расскажу о плюсах и минусах жизни в канадской глубинке, а также поделюсь способами эмиграции туда. Скажу сразу, что минусов много, но плюсы тоже есть. Смотрите ролик до конца, и вы сможете понять, стоит вам ехать в маленький городок или нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я начинаю. Привет, меня зовут Гульнара, я работаю в проекте Immigrant Today. В Канаде более 80% населения живут в городах, и большинство иммигрантов стремятся именно в мегаполисы, такие как Торонто, Ванкувер, Монреаль, Оттава или Калгари. Тем не менее, огромная часть страны — это либо незаселенные территории, либо небольшие поселки. Какие могут быть плюсы у иммиграции в глубинку? О них я тоже расскажу, но хочу начать с минусов. Начну с того, что в глубинке обычно выше уровень безработицы. Наверное, так везде, все места заняты местными, а новые появляются редко, потому что все стоит на месте и не особо-то развивается. С другой стороны, из деревень люди обычно пытаются уехать, поэтому шансы на трудоустройство все же есть, особенно если вы заранее поищете работу, а не будете полагаться на удачу. К тому же у вас будет целое нераспаханное поле для предпринимательства, но это уже отдельная тема, потому что там нужен серьезный подход, большой капитал и бизнес-план. Если у вас этого нет, то сначала придется поработать, накопить денег, понять, какие сферы популярны в вашем городке, а потом уже действовать. Второй минус, с которым вы можете столкнуться, это одиночество. Говорят, что в деревнях люди дружелюбные, но если вы всю жизнь прожили в городе, то, скорее всего, у вас сложился определенный склад ума и образ жизни. И если вы попадете в другую страну, да еще и в деревню, то может быть так, что с местными у вас будет мало общего, и вам будет просто неинтересно друг с другом. Отдельно хочу сказать про общение со своими земляками. Если вы поедете в крупный город Канады, то с большой вероятностью найдете там выходцев из Украины, России или других стран. В деревне, скорее всего, соотечественников не будет, ну разве что вам очень повезет их там найти. Так что если для вас важно общение со своими, то лучше выбрать город покрупнее. Следующий недостаток – это высокие цены на еду и на транспорт. С одной стороны, покупать или арендовать жилье в маленьком городе, скорее всего, будет гораздо дешевле, чем в мегаполисе. Еще у вас, наверное, будет уходить меньше денег на развлечения, потому что их там мало, и это скорее тоже минус, чем плюс. Ну вот, цены в местных магазинах наверняка будут выше, потому что там просто нет конкуренции. А если это еще и город на севере, то продукты и товары туда доставлять сложно и дорого. Четвертый минус – это преступность. Если верить полицейской статистике, то уровень преступности в сельских районах примерно на 23% выше, чем в крупных городах. Возможно, людей толкает на преступление безработица, менее хорошие условия жизни, чем в городах, а может быть даже и скука. Далее – сплетни. Если вы переезжаете в маленький город, то будьте готовы к тому, что каждый ваш шаг будут знать все. Часто людям просто нечем заняться, и одно из развлечений – это, конечно, перемывание косточек соседям. Может, конечно, все не так плохо, но мне кажется, что в любом маленьком городе найдутся люди, которые любят поболтать про других. Шестой минус связан с оказанием услуг. Во-первых, некоторых услуг в деревнях может просто не быть. Например, вы не сможете починить свой любимый телефон или, допустим, сделать ногти. Хотя какой-то маникюр там наверняка будет, но обычно девушкам из СНГ не нравятся канадские мастера, поэтому они предпочитают ходить к своим. Ну и, как я говорила, в глубинке может не быть развлечений, поэтому вряд ли вы увидите какие-то новинки кино на большом экране или посидите в хорошем кафе. Кроме того, люди в деревнях обычно живут в своем темпе, поэтому если у вас перестал работать интернет или отключили свет, то неизвестно, когда это починят. Хотя на мегаполисы тоже не возлагайте больших надежд, потому что в Канаде обычно все делается медленнее, чем в постсоветских странах. Следующий недостаток – это отсутствие инфраструктуры. Здесь особо рассказывать нечего, просто в глубинке может не быть нормальных дорог, и вам, например, придется передвигаться на квадроцикле. В Канаде есть поселения, где очень мало жителей, и есть только пристань, пожарная служба, церковь, школа, магазин и гостиница. На этом минусы, пожалуй, закончились. Может, кого-то это вообще не пугает, например, если вы всю жизнь прожили в деревне или в маленьком городе. А может, для кого-то все то, что я перечислила, это вообще не минусы. Поделитесь в комментариях своим мнением. Кстати, напишите еще, как вам вообще такое видео, не об эмиграции, а просто о Канаде. А я перейду к плюсам. Первое и очень важное для эмигрантов – это более простой переезд, так как для канадских деревень существуют специальные программы эмиграции, где упрощенные требования, потому что туда мало кто едет. Например, есть программа эмиграции в сельские северные районы Канады. Она позволяет переехать в 11 маленьких городов, которые, кстати, несмотря на название, находятся совсем не на севере.
А в феврале этого года похожую программу запустила провинция Альберта. И даже не одну, а сразу две для специалистов и предпринимателей. Программы тоже позволяют кандидатам переехать в маленькие города, только уже не по всей Канаде, а в пределах одной провинции. Про все эти программы у нас есть ролики, ссылки ищите в углу экрана и в описании к этому видео. Перейду к следующему плюсу канадской глубинки – это доброта местных жителей. Не то чтобы в больших городах люди злые, просто в деревнях жители обычно более открытые и простые, так что можете быть уверены, что вам всегда помогут и поддержат, если это нужно. У меня даже есть отличный пример на эту тему. На нашем канале есть интервью с девушкой Ольгой, которая переехала не просто в маленький город Канады, а еще и в непопулярную провинцию. Она очень хорошо отзывалась о местных жителей, потому что они ей помогали после переезда. Ссылка на интервью тоже будет в углу экрана и в описании. Ольга, кстати, попала в Канаду по упрощенной программе для украинцев, но перед этим еще год назад она сама нашла канадского работодателя, так что повторить такую историю могут все. Третье преимущество маленьких городов перед большими – это дешевое жилье. В мегаполисах квартиры и дома всегда стоили дорого, но в последние годы цены еще больше подлетели, и, например, в Торонто сейчас средняя стоимость недвижимости в районе миллиона канадских долларов, а в деревне это может быть примерно в два раза дешевле, также и с арендой. Кстати, если вы думаете, что зарплата в деревне у вас тоже будет в два раза ниже, то это не так, потому что уровень дохода примерно одинаковый по всей стране. А еще некоторые канадцы трудоустраиваются удаленно и работают на какую-нибудь компанию из Торонто, а сами живут где-то в поселке в Новой Шотландии. И последний плюс жизни в канадской глубинке – это экология. Конечно, вдалеке от мегаполисов экология получше, воздух чище, вода вкуснее и что там еще говорят. Наверняка есть еще какие-то красоты, поэтому если вы любитель ходить по лесам, взбираться на горы и просто быть ближе к природе, то, возможно, это ваш вариант. Хотя в целом канадские города не похожи на российские или украинские, и природы хватает везде. В той же Оттаве есть очень зеленые районы, а стоит немного проехать на автомобиле, и вы уже попадете в парки, в леса, на трейлы и так далее. Пожалуй, плюсы на этом заканчиваются, но может я что-то упустила, напишите об этом в комментариях. Я надеюсь, у меня получилось немного помочь вам определиться, стоит ли жить в канадской деревне или нет. В любом случае, потребности у всех разные, так что пусть минусы вас не пугают. Да и если у вас не получается эмигрировать в мегаполис, либо если вы понимаете, что в первое время финансово не потянете жить в городе, то, возможно, сначала стоит рассмотреть вариант с переездом в глубинку. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также смотрите другие наши видео про работу, учебу и иммиграцию в Канаду. До встречи!